Всем привет, с вами Кирилла, вы на канале Кирилл Гея. Мы сегодня будет очень важное видео, как для вас, так и для меня. Поэтому опять посмотрите его от начала до конца и слушайте все внимательно. Как вы знаете, в принципе, у меня возник конфликт с Амазингом. Ну как конфликт, в принципе? Мое отношение к ним резко поменялось. Именно к руководству Амазинга, а не к проекту самому, а именно к руководству. Я не буду расталкивать сейчас, в принципе, что произошло и так далее. Можете это посмотреть на моем канале, были видеоролики как бы. И было такое принято решение, что вы голосуете, оставаться на Амазинге мне или нет. И сегодня я подведу итоги голосования. Слушайте внимательно всю информацию, повторюсь, и смотрите видео от начала до конца, чтобы все понять. Погнали. Итак, заходим в мою группу, в принципе, вот то самое голосование, сейчас я вам покажу. Итак, вот это голосование, в принципе, оно длилось, ну, примерно, сколько, 4 дня оно длилось, как бы, я думаю, за это время все успели проголосовать, и на самом деле думал, что больше будет голосов, ну, как минимум будет 1000, ну, в принципе, неважно. Так, у нас отрыв получается 23 голоса, 23 голоса, и сейчас я объясню, что мы будем делать. Итак, я не учел того, что голосуют не только мои зрители, подписчики, которые любят меня смотреть, но и также мои хейтеры. И что произошло, пацаны? Вот, открываем. В принципе, все, кто голосовал. Да, здесь тоже, видите, есть некоторые пустышки там. Но их не так уж и много, видите? Они есть, да, пустышечки такие. Но их не так уж и много. А вот теперь открываем вот этот. Кто против голосовал, чтобы я больше не снимал. Открываем и смотрим. Здесь пустышек гораздо много. Реально много просто. Смотрите, одни пустышки просто. Ну, не одни пустышки, а их реально много. Вот. Вот пустышки. Вот, вот. Их реально много, этих пустышек. И если их убрать, то есть получится ничья, грубо говоря. Получится, ну, и не то, грубо говоря. И что я решил? Решил я вот что. Как только на этом видео наберется 300 лайков, да, пацаны, это немало, 300 лайков это нормальная такая сумма, в принципе, 300 лайков, да, это довольно-таки много, но и вас как бы немало. Вас на канале, пацаны, почти 13 500, понимаете, 13 500. Я думаю, вы легко сможете набрать эти 300 лайков. Для чего это нужно? Кто думает, что я решил хайпунить и так далее, просто можете идти нахуй, прям, вот, открывайте двери и идите просто нахуй, отвечаю просто. Можете отписываться от моего канала и уходить с него и больше про него не вспоминать. Все ради хайпа, все ради бабла. Это сделано для того, чтобы я понял. Вы хотите, чтобы я снимал Амазинг? Вы хотите, чтобы я снимал серии? Я посмотрю вашу отдачу. Хотите ли вы, чтобы снова на канале, как раньше, выходил стабильный Амазинг, прикольные серички там и так далее. Именно поэтому вы должны набрать под этим видео 300 лайков. Но это еще не все. Давайте переместимся в игру. Итак, вот я переместился в игру. Для чего? Сейчас, в принципе, я вам это объясню. Итак, ваша задача — это набрать 300 лайков, и я возвращаюсь на Амазинг. Но еще для вас будет классненький бонус. Если вы все-таки набираете 300 лайков, то я для вас, как только возвращаюсь, сделаю конкурс, пацаны, на 10 миллионов. Вот, у меня эти деньги есть, как бы. Это мои деньги, которые я, в принципе, сам заработал, сам накопил. Ну и благодаря вам, в принципе, кто вводит мой промокод, я тоже накопил эти деньги. Поэтому, кто, кстати, промокод мой не вводит, обязательно вводите. Итак, в чем весь прикол? Давайте объясню, почему все-таки я решил вернуться на Амазинг. Давайте, слушайте внимательно сейчас. Первое, это то, что все-таки, как ни крути, я набрал свою аудиторию с помощью Амазинга. Как бы 90% моей аудитории — это игроки Амазинга. Второе, это было бы глупо забросить аккаунт с имуществом на 100 миллионов. Как бы это реально было бы глупо. И третья причина — это то, что все-таки на первом сервере, именно на первом сервере, играет много моих подписчиков, которые любят, когда я снимаю видеоролики, да и вообще любят меня встретить там, с покататься и так далее. Ну и четвертая причина — это то, что за этот год у меня появилось много хейтеров, привет вам, кстати. И они всегда хотели, чтобы я все-таки ушел с Амазинга, ушел с первого сервера и так далее. И если я уйду, это будет означать, что все-таки они получили свое. Ну хоть там плавал, поэтому, пацаны, с вас лайки, набираем 300 лайков, я сразу же возвращаюсь, делаю для вас конкурс на 10 миллионов. И все будет хорошо, в серии будет выходить как раньше. Ну, может чуть реже, но зато более качественней. И что еще хотел добавить, то что, вы сами понимаете, то, что разрыв между голосованием 23 человека, это очень мало. Как бы разница небольшая между голосованием, и уйти было бы реально тоже глупо. Поэтому, пацаны, надеюсь на вашу поддержку, на ваше понимание. Я готов, я знал, что сейчас на меня обрушится много хейта, то, что я пытался хайпануть, я зажрался и так далее, но думаю, нормальные подписчики, которые меня смотрят давно, все поймут и поддержат меня. Повторюсь, пацаны, 300 лайков, я возвращаюсь и делаю конкурс на 10 миллионов. Все, всем пока-пока. She was from the outside, I was from the north. She was from the south side, I looked in the mirror. I said, man, I'm alright, little did I know I'd be crying.